Продолжаем выпуск. До конца года остались считанные дни. В этот период принято отдавать долги, оплачивать налоги, штрафные санкции и пени. Сделать это быстро и без комиссий предлагают в акционерном обществе «Казпочта». При этом система национального почтового финансового оператора интегрирована с налоговым органом, что позволяет направить оплату в сию же минуту. Марал Аманжолова продолжит тему. Оплачивать налоги жительница столицы Айзада Избатырова только в филиалах Казпочты. Во-первых, отделение в шаговой доступности. Во-вторых, оплату можно произвести без комиссии. В-третьих, весь процесс занимает минимум времени. И постоянный клиент Казпочты. Я тут обслуживаюсь очень давно уже. Тут оплачиваю налоги без комиссии, транспорт, на жилье, на земельный. Потом очень тут быстро. Операторы все грамотно объясняют. Коммунальные услуги оплачиваю. Принимают оплату в отделениях Казпочты по 7 видам налогов. Чаще всего жители производят платежи на недвижимость, землю и транспорт. При этом информация об оплате в соответствующие органы направляется в считанные минуты. Клиент может прийти в отделение Казпочты и у оператора узнать свою сумму по оплате налога на автотранспорт, исходя из объема двигателя своего транспорта. Оплачивать без комиссии предоставляется только через отделение Казпочты. Можно платить и в банках второго уровня. Каждый банк ставит, конечно же, свою комиссию. Для клиентов Казпочте созданы все условия. По Казахстану числится более 3000 отделений, принимающих платежи. Помимо этого работают 137 точек франчайзинговой сети, а также собственный платежный терминал АО «Казпочта». Парала Манжолова, Омарбек Изимов, Астана, Хабар 24.